Увы, но от травм не застрахован никто. Сегодня инвалидные кресла, ходунки или костыли проще, дешевле и практичнее взять в аренду. Такую услугу теперь оказывает Центр социального обслуживания «Вера». У нас эта услуга на платной основе, но стоимость, хочу сказать, довольно-таки символичная. И для человека, попавшего в беду, выгоднее намного взять в аренду наше оборудование, вместо того, чтобы покупать, и оно стояло у него дома. Чтобы пользоваться оборудованием без проблем, необходимо подписать договор. Оформление документов занимает не более 5 минут. Все, что потребуется, паспорт. При этом неважно, берете вы что-то для себя или, например, для родственника. Трость, да? Трость. Да, трость хотели получить, да? Хорошо, сейчас я вам ее выдам, сейчас я запишу ваши паспортные данные. Заказать какое-либо оборудование можно и дистанционно. Для этого нужно установить в смартфон приложение «Мобильный центр социальных услуг». Как работает приложение, проще всего показать вот на этом интерактивном стенде. Это точная копия телефона и интерфейса приложения. Итак, выбираем «Средства реабилитации». Вводим город и учреждение, нажимаем «Продолжить». Перед нами появляется список всего, что нам могут предоставить. Ходунки, трость, кресло, коляска, костыли. Выбираем то, что нам нужно. Ну, допустим, ходунки. Нажимаем, опять нажимаем кнопку «Оформить заявку». Дальше вводим фамилия, имя, отчество, номер телефона и дату и время, когда требуется нам получить это оборудование. Соответственно, нажимаем кнопку «Оставить заявку» и ждем звонка от оператора. Все оборудование хранится на складе. В наличии 21 инвалидная коляска, из них 3 детские, 14 ходунков, 10 костылей, трости, кресло-туалеты и прочие средства реабилитации. Многие даже в упаковке. В месяц где-то человек 15 у нас пользуется этой услугой. В основном зимний период, когда ломают себе ножки. Это, конечно, очень плохо, но мы его выручаем. Можно взять на неделю, на один день даже можно коляску повезти, допустим, человека в больницу и привезти. Конечно, лучше не попадать в ситуации, когда требуется подобный прокат. Но если неприятность случилась, здесь всегда помогут. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ.